наша акция проходит в рамках фестиваля «Делай сам». Здесь идея такая, что в этом фестивале может принять участие любой желающий. Как бы кто-то может дерево посадить, кто-то там сдать мусор раздельно. Всю неделю мы будем показывать кино, а перед кино у нас будут лекции совместно со Строгановкой. И мы хотим, чтобы дворы использовались по своему назначению, чтобы люди приходили сюда, отдыхали, как-то, ну, в общем, сами были инициаторами лучшей жизни в своем дворе. Что вообще нужно? Вот если, например, я захочу со своими друзьями, да, тоже так же устроить во дворе кинотеатр, показывать фильмы и слушать музыку. Что мне для этого нужно? Лично я считаю, что мне никто не должен давать на это разрешение. Но поскольку мы живем в России, поэтому мы сходили в управу, договорились, нам были очень рады, нам завтра дадут инвентарь, чтобы мы тут убирались. И написали в милиции заявление, чтобы нас поддержали. Весь день, потому что днем у нас было просто вот время бабушек, то есть мы взаимодействовали долго с бабушками, с одними, с другими, то есть не знаю, что скажут люди. Интересно, что будет дальше. Дальше мы планируем летом путешествовать по городу и располагаться под мостами, эстакадами, в каких-то, не знаю, неожиданных местах крыши, пустыри. Мне кажется, что вообще люди должны собираться здесь, да, вместе все. Кто-то выносит проектор, кто-то выносит колонки, кто-то закидывает себе в окно кабель с электричеством и просто садятся вечером и все вместе смотрят кино, например, да? То есть цель такая, что получится из этого, мы не знаем.